Борис Джонсон снова в Украине. Сегодня в Украине. Сегодня в Украине, в Киеве, в Бучи, в Бородянке побывал наш друг Борис Джонсон. Человек, которого не нужно представлять. Британский политик в день соборности нашего государства посетил растерзанные российскими войсками Бучу и Бородянку. Также вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским Борис Джонсон встретился со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Я вражений. Я впечатлен храбростью всех украинцев, особенно тех, кто служит сегодня. Также хотелось бы сказать, что весь мир ваш должник. Это уже четвертый визит Джонсона в Украину с момента российского вторжения на нашу землю и первый в неофициальном статусе премьер-министра Великобритании. Не столько хочет быть там снова премьер-министром Великобритании, сколько он рассматривает ряд других должностей, в том числе, если вы помните, говорили много о том, что он будет претендовать или хочет претендовать на должность генерального секретаря НАТО и так далее. И, ну, скажем, для того, чтобы быть в фокусе медиа, для того, чтобы быть в политической повестке дня, для того, чтобы быть в новостях, да, если так просто даже говорить, а учитывая то, что тема Украины, она горячая, она, ну, скажем, во всех СМИ занимает одну из там, центральных или важных частей, вот, то это ему тоже выгодно. Джонсон удостоверил украинцев, что Британия будет и дальше помогать Украине. Мы, ваши друзья, убедимся, поможем окончить как можно быстрее эту войну в 23-м году. И что нам нужно для этого сделать, это дать то оборудование, которое вам нужно. Сделаем это как можно быстрее. Также британский политик уверил гордиться, что Британия первой поставит танки Украине. Джонсон никогда не останавливался в том, чтобы показывать и говорить, что Украина поддерживает и так далее. Плюс в целом Великобритания, она сейчас занимает лидерскую позицию в вопросе поставки танков в Украину, поскольку они будут передавать свои челленджеры. И я так понимаю, что они будут реально первой страной, которая предоставит, осуществит поставку танков в Украину. Как говорится, друг познается в беде. Борис Джонсон и весь британский народ не единожды доказывали свою дружбу и искренность по отношению к Украине, за что весь украинский народ им не устает быть благодарными.